Война не щадит никого. И когда разрушается дом, а потом люди в надежде ждут от государства помощи, надо понимать, что наше государство постсовка такое же безжалостное, как и соседнее. То есть о людях на этих территориях никогда не думали. Люди как декорация для фотографий в журналы, развалины как декорация. Посмотрите, как нам тяжело, дайте денег. Все это декорации для государства. Потому что у нас безжалостное людоедское государство. И оно остается, тут ничего не поделать. Посмотри поведение Шуляк, которая пошла к военному, которому ноги поотрывала. Она с ним пошла выяснять отношения, правильно он написал или неправильно. Они, все, кто попадает в государственную машину, государственники, они становятся какими-то безжалостными.